Почти 34 триллиона тенге собрали казахстанцы на своих депозитах. Большая часть накоплений принадлежит обычным жителям. На вкладах юридических лиц находится свыше 15 триллионов тенге. Такие данные в начале этого года опубликовали в Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка. В этом выпуске мы хотим рассказать о том, как правильно выбирать депозит. С вами программа «Право знать». Меня зовут Данияр Даутов. Здравствуйте. По каким депозитам в Казахстане предусмотрено максимальное вознаграждение? Когда и почему лучше открывать несколько вкладов в разных банках? Разъяснили в казахстанском фонде гарантирования депозитов. Расскажем об этом в ближайшие 5 минут. Не переключайтесь. Что для вас приоритет? Мобильность или максимальная доходность? Выбирать депозит нужно, ориентируясь на свои жизненные цели. Полноценная классификация вкладов появилась в Казахстане в 2018 году. С тех пор мы можем подобрать для себя наиболее подходящий вариант из 3 видов депозитов. Давайте остановимся на основных критериях каждого из них. Если вам нужен денежный резерв на непредвиденные расходы, выбирайте несрочный депозит, где нет ограничений на пополнение и снятие денег. Несрочный – это самый гибкий вид депозита. Пополнение и изъятие по нему возможно без ограничения до неснижаемого остатка. Однако ставка по такому депозиту ниже, чем по срочным и сберегательным вкладам. Второй вид из доступных нам депозитов – это срочный. В данном случае ограничений на пополнение счета нет. Также с него можно частично снимать деньги, но важный нюанс – с потери начисленного ранее вознаграждения. Эксперты рекомендуют открывать срочный депозит, если для вас важно сохранить за собой право досрочного изъятия денег. Срочный вклад – это компромиссный вариант между несрочным и сберегательным вкладом. По нему возможны частичные и полное изъятие, однако вкладчик потеряет значительную часть накопленного вознаграждения. Но если вкладчик додержит свой депозит до конца срока, то вознаграждением ему будет то, что он получит доходность по высокой ставке. Преимущество третьего вида депозитов заключается в том, что по нему банки предлагают самые высокие процентные ставки. Хотите ускорить рост своих накоплений, выбирайте сберегательный депозит с правом пополнения. Если ваша цель – выгодно инвестировать капитал и при этом минимизировать риски, рекомендуем обратить внимание на сберегательный вклад без права пополнения. Сберегательный депозит – это депозит с самой высокой ставкой вознаграждения. Однако высокая ставка компенсируется строгими ограничениями. Депозит нельзя изъять до истечения срока, либо можно досрочно изъять полную сумму, при этом уведомив банк за 30 календарных дней, и вкладчик в этом случае теряет практически все накопленное вознаграждение. Предельная ставка вознаграждения по несрочным депозитам в национальной валюте в апреле этого года составляет 14,3%. Максимум, что могут предложить вам банки по срочным вкладам, включая сберегательные с правом пополнения, это чуть выше 17%. Отмечу, что в данном случае договор заключается на 6 месяцев. Открывая на такой же срок срочный депозит, включая сберегательный, без права пополнения, вы можете получить плюс 18% к своим деньгам. Переживать за сохранность своего вклада не нужно, отмечают в КФГД. Все банки в Казахстане входят в систему гарантирования депозитов. Исключение составляют только исламские компании. Если банк, клиентом которого вы являетесь, лишили лицензии, то фонд гарантирования депозитов вернет ваши деньги. По сберегательному вкладу предусмотрена самая высокая сумма возмещения – это 20 миллионов тенге. По остальным видам вкладов в тенге предусмотрена гарантия в размере 10 миллионов тенге, а по вкладам в иностранной валюте – 5 миллионов тенге. Если у вас несколько разных по виду и валюте депозитов в одном банке, то на какую сумму вы можете рассчитывать от КФГД при непредвиденных обстоятельствах? В пресс-службе фонда разъяснили, что в таком случае общий размер гарантии находится до 20 миллионов тенге. Также важно помнить, что лимиты установлены на средства одного вкладчика в одном банке. Поэтому, если у вас больше сбережений, то лучше открыть несколько депозитов в разных банках. На этом я с вами прощаюсь. До встречи. We'll be right back.